sore eye. Stanford Philbrick Pines, my old pal. Bill Cipher, what do you want from me? Oh, quit playing dumb, IQ. You knew I'd be back. You think shutting down that portal can stop what I have planned? I've been making deals, chatting with old friends, preparing for the big day. You can't keep that rift safe forever. You'll slip up, and when you do... No dominion in our world. Maybe not right now, but things change, Stanford Pines. Things change. I have to warn them. He's coming. Вы, наверное, хотите спросить, что это сейчас такое было? Ну, а я отвечу. Мне захотелось начать это видео именно так. Это небольшая история о том, как я пытался взять легенду в вольном режиме. И, как вы уже догадались по слову «пытался», я ее не взял. Мне очень хотелось записать это видео по той причине, что очень многие игроки принижают вольный режим. Говорят, мол, там мусоропровод, там играть невозможно, там такие ненормальные комбинации, там... Глазастиков можно сходкой замешать в колоду, а потом призвать их кучу. И там сплошные пиротвойны, там сплошные секретодины. Ребят, вы не правы абсолютно. Есть мета стандартного режима, есть мета вольного режима. Можете зайти на пресловутый темпошторм и убедиться. Ибо по вольному режиму там тоже публикуются мета-отчеты. Да, действительно, в вольном режиме доступно очень много различных шизанутых комбинаций. Но это просто шизанутые комбинации, которые входят в состав каких-то интересных колод. Потому что в вольном режиме по большей части все играют ради удовольствия, и поэтому там играют такими колодами. Но это я все про тот же пример, когда, допустим, глазастика замешать сходкой обратно в колоду, и он потом тремя штуками вылетит. То, что комбинация какая-то шизанутая, еще не говорит о том, что она имбовая. Потому что я встречал такую комбинацию, против меня такую комбинацию играли. Но что-то имбовой она не была. Я побеждал. Потом говорят то, что там сплошные пиротвойны, секретодины. Ребят, за весь мой поход... За все время, что я пытался взять легенду в вольном режиме... Знаете, сколько раз я встретил пиротвоина и секретодина? Пиротвоина 2 раза, секретодина 3! Да, действительно, встретить 2 раза пиротвоина, это определенно означает то, что там сплошные пиротвоины. Ну, с пиротвоином, конечно, все как бы понятно, то, что, типа, после глазастика он умер, ну, после того, как глазастика понерфили, он, типа, умер. Правда, у него там еще эти корабельные пушки, которые довольно неприятные, но все равно. Я его встретил всего 2 раза! Статистика говорит сама за себя. И то же самое касается секретодина. Причем, знаете, я вам немножко соврал. Секретодина я встречал 3 раза не за свой поход, не за этот свой поход в легенду, а за все время, что я играл в вольном режиме. А я там наиграл очень много. И за все это время, с того момента, как я начал играть в вольный режим, и до сегодняшнего дня я встречал секретодина только 3 раза. Только 3 раза я увидел этого доктора 6. Короче, делаем выводы. То, что те, кто не играют вольно, они просто отмазываются. Что, ой, ну там очень сильные комбинации, вообще там ненормальные игроки только играют, ну его в жопу. Просто вольный режим не турнирный. Был бы он турнирным, все бы говорили, фу, стандарт, говнич, там карт мало. А вот вольный, зашибись. Все было бы именно так. Если не играете в вольный режим, то это ваше дело, ей-богу. Не надо в это вплетать остальных. Если вам не нравится играть в вольном режиме, то, пожалуйста, не играйте, я же вас не заставляю, вас никто не заставляет. А вы продолжаете сидеть и кукарекать то, что «О, вольный режим, мусор, говно». Да, я не... Да, как вы могли заметить, я очень сильно отошел от темы, то есть я как бы хотел рассказать про свой поход в легенду, а сейчас в основном говорю о том, что вольный режим не так уж и плох. Но просто, знаете, вот я делал тот ролик, где представлял колоду с ОТК-магом, с вольным ОТК-магом. Мне там чувак написал, сейчас бы в мусоропроводе играть. Я говорю, чувак, в вольном режиме играют в основном для удовольствия, там, интересными колодами, бла-бла-бла. Ну, так это на низких рангах. А вот на высоких там вот как раз сплошное... Ну, вы поняли. Типа в вольном режиме только на низких рангах веселые колоды,
а на высоких рангах сплошной канцер, сплошная глина и тому подобное и так далее. Ну так в стандарте то же самое! То есть они меня хотят убедить, то, что в стандарте на высоких рангах нет глины. Ну вы звездоболы! Так, все, короче, подводим итог, то что по количеству звездеца, по количеству глины, канцера и так далее и тому подобное, стандартный и вольный режим абсолютно одинаковые. Фух, я выговорился. Вроде. Но могу опять завести разговор на эту тему, давайте уже пойдем дальше. Короче, вот прошел мой последний стрим по Хардстоуну. Как я его называл? Покоряем Хардстоун я его назвал. Вот, и меня там спросили, мол, а какой я брал самый большой ранг? Брал я 9-й, ну, на тот момент я брал только 9-й ранг, это самый большой, это мой рекорд. И это еще было при старой системе звездочек. То есть, когда с 25 по 20 было 2 звезды, с 20 по 15 3 звезды, ну и так далее. И я на том стриме еще сказал то, что я хочу взять хотя бы 15 ранг, чтобы награда из сундука была побольше. Ну, 15 ранг я, конечно, взял. А если точнее, то я дошел до 2-го. Да, это довольно забавно получилось. Собираешься взять 15 ранг, а берешь 2-й. Как же это происходило? Ну, я продолжил играть на своем ОТК-маге. Очень медленно продвигался, естественно. Но медленно не потому, что винрейт плохой у колоды, а потому что катки на ОТК-маге очень долгие. Там нужно постоянно себе перебрать всю колоду, суметь при этом защититься от всей агрессии противника. Короче, катки очень долгие. Когда я дошел до 10 ранга, я уже к тому моменту решил то, что а чё бы не попробовать все-таки взять легенду. Вот, ну попробовать, допустим, взять там какой-нибудь очень высокий ранг, потом в следующем месяце я упаду на 4, продвинусь еще дальше, и так потихоньку, потихоньку, того глядишь, дойду до легенды. Вот, но когда я дошел до 10 ранга, я понял то, что у меня не хватит нервов, потому что ОТК-маг очень медленный, очень долгие катки, тут никаких нервов не хватит. Я зашел на темпо-шторм, посмотрел вольный мета-отчет, посмотрел, какая колода мага находится выше всего. В это время там в тир 2 колодах находился темпо-маг, то есть в тир 1 колоды мага никакой не было, только тир 2, темпо-маг. Ну и я его, короче, собрал, и, знаете, я просто охренел. Потому что вот я с 15 по 10 как-то очень так потихонечку пробирался к 10-му, собирал постоянно комбу. Иногда не удавалось, конечно, собрать, и, конечно же, меня раз на раз меня еще и побеждали. Вот, но взял темпо мага, полетел. Вот, буквально полетел. В тот же день, как я взял темпо мага, я буквально взлетел на 7-й ранг. Ну, просто до этого я буквально с неделю с 15 до 10 добирался. Но это, я сейчас плохо уже точно, я сейчас уже плохо помню, как именно все было, но примерно, может быть, не 5, ну или неделю я с 5 поднимался до 10 ранга. Вот. А это я взял темпо мага и просто полетел. Поехал прям. Врезался в 7-й ранг. Там немного потоптался на месте, меня стали выносить. А потом поехал дальше и залетел на 5-й. Вот, то есть, и я просто офигел. То есть, я, значит, там с неделю или больше брал 5 рангов. С 15-го, а даже нет, не с 15-го, я же еще был на 17-м изначально. Ну ладно, с 17-го по 10-й я где-то больше недели поднимался. А тут я за один день полетел на 5-й. Или за 2 дня. Я плохо помню, но, по-моему, я буквально тем же днем залетел в 5-й ранг. Нет, по-моему, все-таки за 2 дня. Ладно, это все детали уже. В любом случае, разница ощутимая. Наступило 30 июня. Я тогда подумал, то, что надо взять... с 5-го я уже не упаду. Надо взять хотя бы 4-й. Чтобы, ну, чтобы упасть на 8-й. И таким образом потом было меньше подниматься. Решил взять 4-й, взял 2-й. Но это было очень сложно. На тот момент мета была примерно такой, то что там
Четный шаман, просто звездец. Ну, для темпа мага это просто звездец. Нечетный паладин, для темпа мага это тоже все очень плохо. Нечетная разбойница, для темпа мага все очень плохо. Друиды? Блин, как я мало побеждал друидов. Знаете почему? Да потому что у них армора дохренища, они постоянно там... Им не приходилось никакую... как я понимал, это были друиды на какой-то комбинации. Но суть в том, что им не нужно было выполнять эту комбинацию, потому что они тупо с помощью свирепый вой, что ли, который там берешь карту и получаешь броню за в количестве карт в руке. Потом развилка за 4 маны, 12 арморы. Причем они по 2 развилочки ставят. Еще вот эта шестерка, которая... засирает весь стол 1-5 таунтами. Короче, в общем, друидов я побеждал очень редко. Прям очень редко. Но справедливости ради, они и очень редко попадались. Но если я встречал друида, то это в 99% случаев я проигрывал. Потому что мне не хватало мне урона, чтобы его пробить. Ну, пробить всю его броню, все его жизни. Единственные, против кого я чаще всего побеждал, это были Рено Локи и жрецы на воскрешении. То есть, да, кстати, то, что я Ренолока чаще побеждал, чем всех остальных, это вот, согласитесь, это странно, с каких пор агроколоды хорошо побеждают Рено-колоды, потому что у них же там хила много, но действительно, у этого чернокнижника много хила, и это становилось для меня проблемой. Но все же я его побеждал гораздо чаще, чем следовало бы ожидать. И то, что я жреца побеждал, это тоже много. Ну, понимаете, жрецы на воскрешение, они первые несколько ходов, что, они ничего не делают. Они так пытаются слегка отконтролировать стол, слегка защититься, а так они буквально чуть ли до 6-го хода ничего не делают. Ну, если только Барнсом приходит. Кстати, многим на заметочку, колоды с Барнсом играют хуже, чем колоды без Барнса. Вот серьезно, вот жрецы... Я даже, кстати... Потом видел статью такую в интернете о том, что действительно те жрецы, у которых в колоде есть Барнс, у них винрейт ниже, чем те, у которых Барнса нет в колоде. Там, ну, то, что возникают прикольные ситуации, когда ты убиваешь им Барнса, они воскрешают Барнса. Когда с шестерки вылетает 5-5 Барнс. Ну, короче, ребят, серьезно, Барнс, он уже теперь делает только хуже. Хотя и бывали такие случаи, когда он мне приносил Рагнаросика, маленького такого, 1-1. Ну как жохнет на 8, мало никому не покажется. То есть вот примерно такой была мета на тот момент. Месяц, к сожалению, закончился, я так и не успел подняться со второго на... в легенду. Да, потому что это уже было что-то с чем-то. Сплошные шаманы, они меня постоянно выносили. Но знаете, в поединке четного шамана и темпа мага в вольном и стандартном режимах разница есть. Потому что в вольном режиме темпомаг еще имеет шансы на победу. А в стандарте четный шаман темпомага просто уничтожает. Нет там ни единого шанса. Ну ладно, может там есть и... Ну короче, в вольном режиме у темпомага шансов больше. В общем, месяц закончился. Начался новый. Я получил свою награду за сундук второго ранга. К сожалению, в этом месяце я ложился в больницу. И у меня не было возможности хорошенько играть в Хардстоун. Очень много деликов огненного солнцеворота я пропустил, это, конечно, немного жалко. Но в любом случае, я вышел из больницы, когда уже... Ну, конечно, перед тем, как лег в больницу, я там играл, пытался. Но, знаете, в начале месяца меня вообще там не пропускали. Я просто сидел на 5-м ранге. Я пробовал... Блин, знаете, ребят, я пытался еще брать другие колоды, какие-то более метовые. Ну, это были чернокнижники в основном. Какие-то более... с большим винрейтом. Покрафтил очень много карт, потратил очень много пыли на карты, которыми... Ну, большая часть этих карт я, скорее всего, не буду их использовать. Так что я сейчас очень жалею, что я очень опрометчиво кидался... крафтить различные карты и колоды. Вот. Ну, покрафтил я, например, Ренолок. Это была тир-1 колода. Он находился в тир-1 Ренолок. Ну, вольный Ренолок. И, блин.
мой винрейт стал еще хуже, чем с темпомагом. Еще плюс ко всему, катки с ним долгие. То есть я очень сильно ошибся, то что нервов мне не хватило бы. У меня мало того винрейт дико упал. Просто дико упал винрейт. Так еще и катки долгие. В общем, каждый раз, когда я пробовал менять колоду, это плохо заканчивалось. Очень плохо. Очень плохо. У меня очень сильно проседал винрейт в итоге. И я очень жалею то, что я так много потратил пыли. Ну, на самом деле, кое-какие карты там я рад, что покрафтил их. Но вторая половина карт, я очень жалею, что ее сделал. Я даже собрал себе мурлок-мага. Но это было в самом начале месяца, когда вот я со второго ранга упал на шестой. Знаете, с шестого до пятого я на мурлок-маге просто... Просто сразу на пятом ранге оказался. А вот дальше как-то не получилось. То есть на рангах с пятого по первый вы обязаны играть какими-то очень сильными... Знаете, я просто офигел, потому что мурлок-маг, он на самом деле, он сильно спамит стол, сильно бьет в лицо и так далее и тому подобное, но он должен идти хорошо по темпу, но в мете первых пяти рангов вольного режима у него нет шансов. Постоянно все у меня были идеальные заходы, просто идеальные заходы, но у моих противников почему-то заходы были еще лучше. Я, знаете, в начале месяца я просто офигел. Моим противникам не просто заходило, им максимально заходило. Ренолог всегда находил Рено. Всегда он ему приходил. У этих, блин, четных шаманов всегда на старте был искристый угор. Вы думаете, это я типа преувеличиваю как-то, но это что вот у них постоянно... Только потому что много раз было такое то, что искристый угор у них был в этом на старте. Так вот, нет, я это хорошо запомнил. У всех был искристый угорь на старте. Если кто не знает, искристый угорь — это карта четного шамана, который, если у вас все карты четные, наносит 2 урона. Вот, ладно, проехали. Мне максимально не заходило, а моим противникам максимально заходило. Я просто офигел. Ребят, если вы еще... когда-то будете слышать от кого-то про подкрутку или еще что-то такое, все уже давно знают то, что подкрутка существует. То, что вам всегда будут подбираться противники, с которыми, ну, чтобы ваш винрейт был, ну, примерно 50%, где-то в районе 50%. То, если вы не играете какой-то совсем уж дебильной колодой, типа, тупо взяли, напихали карты за 0, 1-1, ну и так далее. То есть то, тупо карта из ничего, ой, колода из ничего. То в таком случае вам никакая подкрутка не поможет. Вот. Короче, в этом месяце я тоже максимум дополз до второго ранга. Я дополз до второго... Реально дополз на темпо магии. Я не дошел, не долетел, не подкрался. Я заполз на второй ранг. Заполз. А дальше все. Дальше я стал стабильно терять ранги. Я упал опять на четвертый ранг я упал. При том, что я очень много играл, очень много каток сыграно. С четвертого я кое-как обратно забрался на третий. И с третьего я сейчас опять свалился на четвертый. Бывали моменты, как бывали, постоянно было так, то, что я буквально сидел час-полтора, если не два, играл. И за это время я получал только одну звезду. То есть я топтался на месте. Выиграл, проиграл, выиграл, проиграл. Выиграл, выиграл, проиграл, проиграл. Выиграл, проиграл, выиграл, проиграл. Проиграл, проиграл, проиграл. Выиграл, выиграл, проиграл, выиграл, проиграл. Выиграл, выиграл. В итоге... Ой, на месте топтался я. Постоянно. Я когда взял... Когда я только-только взял второй ранг... Ну, во второй раз, когда я только-только взял второй ранг. То есть в этом месяце... Я офигел. Дальше пошли одни шаманы. Одни шаманы. Просто на втором ранге одни шаманы. И да, как вы догадались, у них всегда искристый угорь был в стартовой руке. Знаете, ходят легенды о том, то, что есть люди, которые уже в легенде. И вот они когда в легенде, они тех, кто с таких там, ну, с низких рангов, ну, не с низких, а... Тех, кто попадаются еще и мне в легенде, они их пропускают. Вот.
Да, ходят такие легенды, так вот. Но только это всего лишь легенды. Я каждый раз, когда я встречал чувака из легенды, ну, это, конечно, не очень много раз было, но все-таки было. Им всем было насрать. Они меня выносили, конечно же. Они меня не пропускали. Надо было записать их ники, чтобы сейчас озвучить и послать в жопу. Вот. Знаете, в чем прикол? Еще также там я встречал очень много чуваков с легендарной рубашкой. То есть те, кто уже брал легенду, и вот сейчас играют, опять пытаются ее взять. Я вот думаю, нахера ее они пытаются взять? Ребята, мой вам совет, если вы хотите взять легенду из этой рубашки, ребят, оно того не стоит. Я просто охереваю, сколько я нервов потратил на это все. И все равно вот не взял легенду же. Ребят, я ладно, окей, хорошо, рубашка. Я понимаю тех, кто пытается зайти в легенду в первый раз. Их я понимаю, ладно. Но тех, кто пытается... не то, что пытаются, а тех, кто лезут в легенду каждый месяц, их я не понимаю. Это какие-то конченые люди. Ребят, просто... Я все могу понять, да? Я могу понять то, что хочешь получить рубашку, но ведь ты получаешь рубашку, в следующий раз, когда будешь брать легенду, уже не будет рубашки. Понимаете, ребят, в чем дело? Между сундуком за пятый ранг и сундуком за легенду разница вот такая. Вот такая. То есть, смотрите, когда вы берете пятый ранг, сундук пятого ранга содержит в себе следующие вещи. Две золотые обычные карты, одна золотая эпическая и 5 пыли. Ну, если вы возьмете первый ранг, то 5 пыли будут 20, это будет 25 пыли. Вот. Что же лежит в легендарном сундуке? Ну, там тоже от 5 до 25 пыли, одна золотая эпическая карта и, вы не поверите, 3 золотые обычные карты! Разница между сундуками заключается в одной золотой обычной карте. Это 50 пыли, чтобы вы понимали. Это из-за 50 пыли вот так жопу рвать? Да вы конченые! Ой, короче, я не понимаю этих людей. А вот на пятом ранге живут очень хорошие чуваки. Прям замечательные. Вот там играют именно те, кто каждый месяц просто берут пятый ранг и... играют на пятом ранге интересными веселыми колодами. Интересными необычными веселыми колодами. Я вам сейчас расскажу, кого я встречал на пятом ранге и охреневал. На пятом ранге я встречал Рено Энзот Ханта. Да, охотник с Рено Энзотом. На предсмертных хрипах он, короче. Рено Энзот Шамана. Жреца на Велине. Вот, то есть, если вы сейчас не поняли, я вам сейчас объясню. У чувака в колоде из существ был только Велен. Только Велен. Он его там сущностью тени, ну или как... Ну, шестерка, короче, который призывает 5-5. Он вот эта шестерка его призвал. Потом он его постоянно воскрешал. И воскрешал, и воскрешал. И меня таким образом убил. Ну, это, блин, ну это было забавно. Я офигел. Жрец на одном лишь Велене. Я не видел нигде эту колоду еще. Это вот я единственный раз это такое увидел. Я там встретил еще... Четного охотника, да, вот этот ген Седогрив, который там, типа, если у вас в колоде только четные карты, то ваш сил герой стоит одну ману. Я встретил четного охотника. Вы когда-нибудь еще где-нибудь видели четного охотника? Еще был какой-то непонятный шаман с Грамблом, с Элизой, с Финли. Ну, возможно, это был дрожеглот шаман. Ну, какая-то своя сборка дрожеглот шамана. Но он не успел разыграть дрожеглота, потому что я его убил. И вот еще самое забавное, кого я встречал, воин с проклятым клинком. Вы понимаете? Воин с проклятым клинком. Это, если вы не помните, это, короче, оружие за одну ману, 2-3, и с ним удваивается весь входящий урон. То есть, вот, да, вы должны были получить 2 дамага, а получаете 4. Должны были 6, получаете 12. Ну, естественно, я его победил. Ну, я могу предположить то, что этот чувак выполнял дейлик по количеству, по тому, чтобы разыграть побольше оружий. Вот, возможно. Но, насколько я знаю, то, что дейлики обычно... Ну, такие дейлики обычно выполняют в обычной игре, а не в рейтинге. Может, это реально все-таки как-то вот... колоды на проклятом клинке.
Нет, ну это было забавно, по крайней мере, уважуха чуваку. Еще то тут, то там, с пятого по первый ранги можно встретить чернокнижника с килисетом. Ну это, зоолог. Вот, он там время от времени встречается, и я его побеждал, ну... Бывает побеждал, бывает не побеждал. То есть там как-то все по-разному все было обычно. И знаете, вот такие необычные, нестандартные, интересные колоды могут стать все-таки и препятствием. Потому что Темпо Маг почему-то с этими колодами плохо играл. Ну, по крайней мере, ну... Нет, чувака с проклятым клинком я на изи разнес. Но некоторые другие долбанутые деки меня просто выносили. Блин, это даже было забавно. Но когда я оказался на границе 4 и 5 ранга, было очень много магов. Я офигел. Очень много магов. И там тусуются в основном... Я сейчас не про 4-5 ранги, а вообще про про высокие ранги. Там тусуются в основном либо темпо-маги, либо рено-маги. Да, рено-маг в вольном режиме вполне себе живой. И правда, сейчас он тир-3 колода, по-моему. Ну, короче, на границе между 5 и 4 рангом я... Что-то одни маги были. Я прям офигел. Что-то маг. Еще на 4-м ранге довольно-таки стабильно, если так это можно назвать, попадались дрожеглоты. Когда-то каких-то я легко побеждал, каких-то не очень. Ну, потому что все из-за этой карты шамановской за 3 маны отхил на 12. На 3-м ранге в этом месяце было как-то, ну, интересно. Я там даже встретил Мурлок Пала, и на свое удивление я его победил. Хотя, знаете, он все-таки не в мете, что он там делал. А еще там встречается Милрога. Ну, вот это со своей со своим легендарным оружием 1-3. И, ё-моё. Было такое то, что у меня было два раза подряд я играл против Милроги. То есть вот я встретил Милрогу. Закончили с ней. Встречаю опять же Милрогу. Но это был тот же самый чувак. И знаете, в чем прикол? Оба раза ему оружие пришло на старт. Но оба раза я его победил, справедливости ради. Еще была такая прям, ну, долбанутая ситуация. То ли это было на границе 3-го и 4-го ранга. По-моему, граница 3-го и 4-го рангов. У меня была одна звезда, по-моему, 3-й ранг и одна звезда. Я встречаю мага, я ему проигрываю. Я снова запускаю игру. Опять встречаю этого же самого мага. И я ему второй раз проигрываю. Я падаю на 4-й ранг, запускаю игру. Этот чувак уже с 4-го поднялся. Он был на 4-м ранге, он с 4-го уже поднялся на 3-й за счет меня. Все равно я встречаю его. И 3-й раз его проигрываю, блин. Вы не представляете, это был максимальный незаход карт. У меня просто не рука постоянно была, а просто какое-то позорище. Но еще была ситуация, то, что мне два раза подряд попался другой маг, и оба раза подряд я его выиграл. Я себе установил даже дек-трекер, постоянно держал открытым темпо-шторм, чтобы там смотреть, как лучше руку мулиганить против тех или иных классов. То есть я прям, ну, до минимума сокращал количество ошибок у себя. Конечно, бывал, я все-таки где-то мисплеил конкретно, но все равно, в общем, я... До минимума довел количество ошибок, и все равно я, ну, выше второго ранга у меня не получилось, ну ни в какую. Ну, я установил дек-трекер сразу, как только взял темпо-мага, и это, кстати, с темпо-магом очень полезно, все-таки смотреть, какие у тебя карты еще в колоде. Но так или иначе, я взобрался на второй ранг, и дальше у меня пошел сплошной лулстрик, то есть я одни поражения. Кое-как один раз выиграю, дальше еще три раза... Ну, это я так образно. Еще три раза проиграю. Ой, ребята. В общем, знаете что? Буду копить пыль, ждать бумный день, ну, проект бумного дня, и молиться, то что маг будет в тир-1. Ну, если уж не на самом верху, но... Ну, просто в тир-1 где-нибудь будет. Ну, или хотя бы будет хороший тир-2. И попытаюсь снова взять легенду. Пожелайте мне удачи, что ли. Но основная мысль данного видео, то что, ребята, не берите легенду. Это того не стоит. У меня нервов сгорело. Я не знаю, сколько я сам сгорел.
Я вот раньше так смотрел на стримеров и думаю, ну, ребят, ну а чё вы горите-то? Это же всего лишь игра, нужно как-то поспокойнее относиться, играть ради удовольствия, всё такое. Вот потом я попытался взять легенду и сгорел! Но от своих слов не отказываюсь, потому что они играли уже находясь в самой легенде, то есть они уже в самой легенде, играют там чем-то и бомбят. Да, ребят, да вы же не упадете, все равно, вы же из легенды не вылетите. Это я не... постоянно падаю со второго на четвертый, если не на пятый. Ой, блин, не... на пятый упасть, это так страшно. В общем, от своих слов я не отказываюсь, они зря бомбят. Нужно играть ради удовольствия. Ну, когда уже взял легенду. Я понимаю то, что ты еще не взял легенду, ты бомбишь, то, что никак ее не возьмешь. Но они-то уже в легенде, им волноваться не о чем. Короче, ребят, пожелайте мне удачи. Пожалуйста, пусть в бумном дне маг все-таки будет... ну, достаточно хотя бы высоко, чтобы им можно было взять легенду. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, ребят, ну серьезно, блин. Взять бы эту рубашку себе, получить ее. И чтоб я потом еще хоть раз сунулся в легенду? Не-не-не-не-не. Максимум пятый ранг брать для того, чтобы золотой эпик получить в конце месяца. Это все, это максимум, это предел. А в легенду каждый месяц брать, это конченые так поступают, только конченые так поступают. Ну и киберспортсмены. Хотя, в принципе, одно и то же. Короче, на выходных, наверное, будет стрим, где я буду рассказывать свое никому не нужное мнение о новых картах, которые вот будут в проекте Бумного дня. Ну, быстренько так пробегусь, расскажу свое ненужное мнение. Может быть, поиграем немного в Хардстоун, но тут только не в рейтинг. Лучше там, я не знаю, лучше в героический Накс Рамос или с Королем Личом еще помахаемся. Фух, ладно. В общем, ребята, всем удачи. Играйте хорошие, спокойные игры. Играйте не на результат, а ради удовольствия. Счастья вам.